В центре Люберец продолжается масштабная реконструкция стадиона «Торпедо». На каком этапе строительства находится спортивный объект и когда он примет первых посетителей, расскажем в сюжете. Открытие обновленного стадиона с физкультурно-оздоровительным комплексом, крытыми трибунами на 1500 мест, площадками для игровых видов спорта, зоной воркаута и беговыми дорожками ждут все жители. В настоящий момент на строительной площадке задействованы больше 100 человек и работает спецтехника. К середине октября в спортивных сооружениях завершат кровельные работы, а к концу месяца будет полностью готов фасад. Сейчас стены утепляют минеральной ватой, грунтуют под декоративное покрытие и оштукатуривают. Внутри идут отделочные работы полным ходом и инженерные сети. Ведутся работы по наружным инженерным сетям. По периметру стадиона рабочие начинают монтировать осветительные мачты. Ведется устройство и самого футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом. Теперь будет можно играть в любую погоду. Площадь футбольного поля по порядка 7,5 тысяч квадратных метров. В настоящее время ведется работы по устройству верхнего слоя основания. К 7 октября оно будет закончено. И с понедельника приступаем к укладке уже верхнего слоя, это искусственная трава. Уже в следующем году стадион «Торпедо» примет первых спортсменов и зрителей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение.